нашествие летающих мурашей. Да, похоже, мураши как будто, но летающие. О, хрень какая. Вся машина, вон, страшно садиться. Как будто здесь, знаешь, это столб роевой какой-то. Вот так. Прям вот атаковали вот эти летающие мураши. Не знаю почему, как их сейчас стряхнуть. Они охота их к себе вести, потому что они летают. Возможно, они еще кусаются, вот они кружат тут над машиной. А стряхнуть я не знаю, прям где-то надо разогнаться километров 60, чтобы эту всю дрянь стряхнуть. Сейчас еще как-то в машину залезть надо.